Привет, это снова Марина. Сегодня мы в Хангерскамер. Это технический университет, в котором нас учат сварка. Вот такой вот девайс. Это сварка плавящимся электродом. Значит, электрическая дуга, которая проходит от этого аппарата к столу. Стол — это минус, аппарат — это плюс. Проволока подается сюда с определенной скоростью. Она окутывается аргоном и углекислым газом для того, чтобы вступал кислород. Мы проводим сварку, делаем и получаем неразъемное сварное соединение. Казалось бы, зачем нужна сварка? А это очень важно, потому что для того, чтобы сделать наш мунбаги, в любой момент нужно его починить, в любой момент нужно сделать его лучше. И даже если я программист, я должна знать, как это делается. Хороший способ заработать денег для парней, потому что сварка — дело несложное, но очень интересное. Well, Marina, very nice. No. Show me what you did. show me your welding, sir. No, it's not finished. It's only one of the third part. Когда шов готов, его нужно охладить в холодной воде. Что мы сейчас делаем? Теперь готово.